Всем привет, YouTube привет, и снова я. Вернемся к вопросу. Было у меня такое видео, потянутый канал. Вот. И опять же, вот мне человек, даже жалко ему денег было, долго мы разговаривали. Позвонил, говорит, так и так и так. Не могу сделать в ноль, а другие мастера, звоню им, они делают в ноль. Ну, как бы я не против. К идеалу надо стремиться. И всегда надо стремиться к идеалу и сделать как можно лучше. Но надо понимать, что законы физики никто не отменял. Так вот, здесь вот мы видим, я простой пример взял, привел на целлофане. Вот он, вмятина наша, да, металл потянулся. Либо это вмятина, либо это будет бугор. Вот. Что хочешь, то и делай. То есть, при растяжении металла увеличивается его площадь. Вот. Либо это будет бугор, вот, если его выдавить ровно и в натяг. Вот. Либо будет вмятина проваленная. Вот. Потому что металл деваться некуда. Ну, ссылочка под это видео будет. Давайте еще раз, так сказать, остановимся на этом. Ну, вот. Вот, допустим, взяли мы поверхность. Ну, к примеру. 2 на 2 сантиметра. Это условно я говорю. Ее площадь равняется 4 сантиметрам. Вот она у нас. Градина упала. Растянула металл. И тут получилось не 4 сантиметра, а допустим 4,5 или 5 квадратных сантиметров на этой площади. И как вернуть? Да, визуально, конечно, ребята есть мастера. И к этому надо стремиться, чтобы эта поверхность как бы была ровной, красивой, и бросалась в глаза. Но чудес-то не бывает. Вот, поэтому к чему прибегают? Я вот тут опубликую уже. Вот, к чему прибегают мастера? Вот она, наша вмятина, да? Вот мы ее видим. Мы ее выпрямляем. В итоге вот такими маленькими складочками, как в гармошечку мы ее складываем. И она как бы визуально ровная. Вот, но на самом деле там микро такие складочки. Вот, это я в Китае, не знаю, лазил там, смотрел инструмент или что-то. По-моему, на Алиэкспрессе или на Алибабе, ну, неважно. Вот такая схемка. Вот, решение этих проблем. Так что не надо бояться, что вот там в ноль, не в ноль. Да и вообще, какой смысл бодаться? Как сидели два рыбака и спорили, и подрались, и готовы были загрызть. А спор из-за чего? У какой рыбки хвост длиннее? Чем? Общая идея такого рыбка сводится к тому, чтобы не шпаклевать, не красить. То есть это, скажем так, микрорихтовка, ну как бы я ее назвал, это микрорихтовка микроскопом. Микроскоп убрали и как бы ничего не видно. А когда такая вмятина зияет там вот, от такого, допустим, чего-то или еще. Вот, видно. Когда мастер сделал, там может иногда только мастер определить, что это ремонтировалось. Но мастер-то увидит. Поэтому, ребята, заморачивайтесь. Это не говорит о том, что надо делать наполовину или на треть. Нет, стараться надо. Делать хорошо надо. Но надо помнить и понимать, что этот термин «сделать в ноль», ну, законники еще... Ни Путин, ни Медведев, никто не отменил. Вот. Коррупцию у нас в стране отменили. Коррупции у нас в стране нет. Еще там много чего. Вот. Поотменили, чего у нас нет. Вот. Думают о нас. А вот деформацию в металлах и законы физики еще не отменили. Как отменят, тогда можно будет в ноль. Или в 2 нуля, или в 3 нуля. А пока что, ребят, понимать, что... Все это условности. Вот. Еще один такой момент немаловажный. Все мы знаем, если поставить лампу, даже на машине можно столько увидеть. И пожеванные они, там говорили, перетянутые, потянутые, где-то складки, где-то провалы, где-то натянут сильно, где-то наоборот он прослабленный и так далее и тому подобное. Сейчас автопроизводители... вынуждены делать автомобили из тонкого металла, чуть ли не с пепсикольных банок. Вот. Кучу на них ребер, жесткости и прочего. Для того, чтобы это... Для чего это делается? Это делается во благо и для людей. Для того, чтобы при ударе кузовные детали
или еще какие-то элементы кузова максимально деформировались, и при этом, ну не знаю, сотни, а может в тысячи раз гасили силу удара. Вот, чтобы люди оставались целые и меньше травмировались. Вот поэтому гнутся, мнутся, и они мягкие и прочее, прочее, прочее. С этой целью на машине, поверьте, ничего лишнего, никакой там палочки, никакого отверстия, рубчики. Все это просчитано и сделано в угоду безопасности автомобиля, в принципе. Вот, то есть безопасности человека. Ну, вернемся опять же к нашей, так сказать, теме. Вот, на вот этом рисунке вот это видно воочию. Посмотрите еще и сами попробуйте и поймите, что есть металл потянутый. Да, визуально можно сделать, что как бы не видно будет. Все равно это будет говорить о том, что там как-то металл переразделился, вот, и как бы не видно. Но, поверьте, как в знаменитой философской, по-моему, пойти, да, что в одну воду дважды войти невозможно. Так и здесь. Если металл потянулся, а раз такая вмятина как бы большая, металл все равно потянулся. Потому что если бы он не потянулся, не было бы вмятины. Вот. Этой бы вмятины не было. И было бы условно. То есть условно градина, ну, мы рассматриваем как бы град. Градина упала, разбилась пух и прах. А никаких следов не осталось, если бы металл там как бы жесткий на этом месте. И градина просто не нанесла никаких потерь. А так за счет того, что вот она упала своим весом и силой своей вытянула металл, он деформировал, принял такую форму. То есть увеличил свою площадь. Вот. И чтобы его сделать, вот, надо его вот так. Дрынь-дрынь-дрынь-дрынь-дрынь, аккуратно-аккуратно, чем аккуратнее, тем лучше. Да, конечно, есть чудеса, ребята берут, делают очень красиво, иногда получается у всех, вот, у начинающих, и у профессионалов, вот, красиво, да, действительно сделаешь вмятину, ну, можно так выразиться, что сделал в ноль, ну, как бы не видно. Да, согласен, такое тоже бывает, вот, но... Говорить о закономерности, что все вмятины так делаются, ну, это люди кривят. Так что вот такая, я решил снять такое пространное видео, объяснить свое понимание и свое видение этого процесса. Кто-то может, конечно, сказать, что я не прав, да ради бога, излагайте точку зрения. Вот. Ну, я так, по физике у меня 4 было, особо-то я не вдавался в подробности. Не так давно, с 82 года, занимался кузовщиной и покраской. И продолжаю по сей день, как вы многие знаете, этим заниматься. Поэтому я как никто знаю, что такое потянутый метод, как с ним иногда тяжело бороться. Вот. Есть методы, можно усаживать, но они как бы не относятся к нашему вопросу, который мы рассматриваем сейчас.